Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы снова на игре «Думай, знай, познавай, Суперблиц». И у нас снова есть 5 вопросов, которые мы зададим жителям нашего города. И надеемся получить на них 5 правильных ответов. Вперед! Поехали! Представьтесь, пожалуйста. Барыкова Екатерина Романовна. Ничего себе, Екатерина Романовна. А вас как зовут? Анна. Анна. Меня Кирилл зовут. Я тоже по-простому. Ну что, сегодня мы играем с нашими очаровательными девушками. Итак, первый вопрос. Это будет тест-вопрос, и будет 4 варианта ответа. Какое из перечисленных растений ядовитое? Ландыш майский, ромашка, подорожник или иван-чай? Майский ландыш. Ландыш майский, ромашка, подорожник или иван-чай? Какое ядовитое? Можете совещаться между собой. Майский ландыш? Да. Можете три громче. 3 балла, майский ландыш. Майский ландыш. Правильно, 3 балла в вашем активе. Действительно, растение красивое, но, к сожалению, ядовитое. Второй вопрос. До 2000 года считалось, что на Земле находится всего 4 океана. Однако с 2000-го их стало 5. Как называется 5-й океан? Как называется 5-й океан? Тихий всегда был. Индийский. 2 балла. 2 балла. А как он раньше был? То есть его раньше не было, да? А в какой океан тогда, в состав какого океана он ходил? Он же был всегда, тем более до 2000-го. Я не знаю, Аня, давай думай. Аня, вся на тебя надежда. Аня, ты сможешь. Ну, итак. Я не знаю. А вы знаете, можете перечислить океаны? Тихий, Индийский. Отлично, хорошо, идем. Каспийский это немножко другое. Каспийское это у нас море. Ледовитый. Ледовитый. Океан. Так. У нас в географии плохо. Ничего, сейчас поправим. Я больше не знаю. Ну так, вот вы сказали. Смотрите, значит, у нас получается Индийский, Северный Ледовитый, Тихий, Четвертый. Подскажу вам, Атлантический. Атлантовый. И вот еще появился. А хотя бы, знаете, можете так это вот, представьте, глобус представили себе, да? Можете пальцами чертить, где у нас 5-й океан может находиться? Вроде бы сверху карты там. Сверху? Ближе. Да. Сверху. А там Северный Ледовитый. Вспоминай карты. Аня, у меня вообще 3 по географии. Мне 4. И ты вспоминай. Я не знаю. Нет. Все плохо. Ну, не все плохо, говорю вам. Правильный ответ – Южный океан. То есть он образовался, да, вот это вот Антарктида, знаете? Ну, вот в этом районе находится Южный океан. Ничего страшного. Дальше. Это растение, семена которого мы в разном виде употребляем в пищу, в народе называют цветком солнца. Подсолнух. Подсолнух. 4 балла. 4 балла. Подсолнух, это правильно, да? Да. 7 баллов в вашем активе. 4-й вопрос. В какое время суток пряли 3 девицы в сказке о царе Салтане? Поздно вечером. 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 Во сколько оцениваете? 4. 4. У вас 11 баллов. Это правильно. 3 девицы пряли поздно вечерком. Последний вопрос. Какая величина измерения длины и расстояния является большей по отношению к другим? Фут, метр или ярд? Яр. Яр.
Вот фут. Себе представляете, сколько у нас сантиметров? Около... Ну, может, 40 сантиметров. Ну, близко, близко, отлично. Метр у нас сколько сантиметров? 50. 50? Не, больше. Ой. Метр, ванов метр 100. 100. Здорово. А в ярде сколько? А мы даже не проходили еще это. Ну как, это британская, американская система измерения. В принципе, не такая, конечно, она у нас в России не популярна, но, например, если у нас на знаках указательных написано до поворота, условно говоря, там 300 метров, то, например, в Америке или в Англии будет написано там 250 ярдов или 300 ярдов. Вам нужно выбрать, какая из этих мер больше по отношению к другим. Фут, метр или ярд. Вот вы считаете, что метр больше ярда или меньше ярда? Метр больше ярда, наверное. Давайте метр. Метр. А во сколько оцениваете? Во сколько? 4 балла. 4 балла. 4 балла. Итак, это правильно. Фут 30 сантиметров. Метр 100 сантиметров, а ярд 91 сантиметр. Поэтому метр больше. Ну что, девушки, я вас поздравляю с участием. Вы, конечно, 20 баллов вы не набрали, но все равно спасибо вам огромное за участие. Смотрите нас на телекомпании «Видное ТВ». Удачи вам, всего самого наилучшего. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.